В мире микроавтобусов, или, если хотите, больших минивэнов, так как грань между этими классами чрезвычайно тонка, ориентиром был, есть и, скорее всего, будет мультивэн от Volkswagen, который, наконец, сменил поколение. И если прежний мультик был скроен по грузовым канонам, то седьмая генерация — ну, чистая легковушка. Ведь под новинку подкатили легковую платформу MQB с низким уровнем пола, возможность гибридизации и современной электроникой. Вообще, из-за формы кузова, сильно выпеченным полукапотом, большим наклоном передних стоек и покатым силуэтом, Т7 кажется меньше своих предшественников. Но это лишь иллюзия. Габариты очень близки, а внутренняя высота салона даже увеличилась. В самом салоне установлены 7 индивидуальных кресел, которые можно двигать, поворачивать и вообще вынуть. Притом облегченная конструкция сидений делает трансформацию как никогда простой. Также модель сохранила фирменный столик-подлокотник. О передней панели сказать особенно нечего. Она выполнена многоэтажной, но формы достаточно консервативны. Поскольку механических коробок не будет вообще, управление трансмиссией переведено на кнопочный селектор. Кроме того, из легкового мира новинка получила множество электронных помощников, включая фирменный полуавтопилот, готовый работать на скоростях до 210 км в час. Также предусмотрены продвинутая мультимедиа-система, виртуальные приборы и многое другое. А еще мультивэн впервые заимел бензоэлектрическую заряжаемую версию, в которой 150-сильному мотору помогает 85-киловаттный электродвигатель. Комбинированная отдача системы свыше 200 сил, а тяга передается через 6-ступенчатый преселектив. Позднее появятся 1,5- и 2-литровые турбомоторы, а в следующем году компанию им составит 2-литровый турбодизель. Все они используют 7-ступенчатый робот DSG, а привод может быть строго передним. На рынке новый мультивэн будет представлен сразу и в коротком, и в длинном вариантах. Но пока представлен только первый, а второй обещает рекордный объем пассажирской части салона – целых 4 кубических метра. И финальная ремарка. С выходом мультивэна серии Т7 прежнее семейство Т6.1, вышедшее родом аж из 5-го поколения коммерческих Volkswagen, никуда не денется. В гамме останутся коммерческие версии транспортера плюс кемперы «Калифорния». Затем компанию им составят полностью электрические фургон и минивэн, что вырастут из стильного концепта ID.Buzz. Так что большое семейство Т-серии будет сформировано из очень разных и по формату, и по технике машин.